Друзья, всем привет! Это влог из Питера. Я сейчас провожу последние дни в Питере и пришла за документами в свою родную, любимую техноложку, где я училась. Благодаря нему я получила высшее образование. Ребята, сейчас проведу вам обзорчик по моему институту. Заходим в эти тяжелые двери. Он меня должен знать. Получаем мой аттестат назад. Студенческая жизнь – это классно. Теперь меня ждет новый этап в жизни. Что-то новое будет происходить. Новые люди, новые места, новые испытания. Это нереально круто. Это первый влог на моем канале и последний день в этой общаге. Я переезжаю из Питера. Закончилась учеба, новый этап в моей жизни. Куда я переезжаю? Это влог об этом. Погнали. Это будет большое путешествие. Ждем такси и погнали. Это кайф, ребят. Прощай, общага моя. Здравствует взрослая жизнь. Поехали на вокзал. Ну что, ребят, я на вокзале. Жду подруг, которые меня проводят. Поеду на поезде. Полчаса до поезда. Реально очень тяжелый. Мои дорогие девочки провожают меня, я очень-очень счастлива. Люблю вас. Идем в первый вагон. Ура, мы дошли. Дошли, ребята. У меня паспорт, кстати, вот все. Первый вагон, угадайте, рядом с каким? Рядом с рестораном. Если у меня закончится еда, мне недалеко ходить. Ребят, угадайте, с кем я еду? Вау. Комфортабельные условия. 5 баллов РЖД. Всем доброе утро. Мы в Туле. Я только что проснулась. Ребят, зацените мои носки-сандали. Найс! Nice. Я хожу по перрону, чтобы мое тело немножечко разошлось. У нас вторая остановочка. Как вам РЖД? Сколько баллов? 0. 10 баллов ставлю, РЖД лучший вагон. Очень невкусно пахнет. Это говно. Куда мы идем? Пахнет вкусно. Здравствуйте. На съемку запрещена. А, да? Ой, извините. Под съемка. Чувствую. Ой, как ты мне нравишься. Если вы навалили кринжа, скажите плюс вайб. Плюс вайб! Ну что, ребят, это последняя остановка перед... Я уже вся грязная, вся потная. В общем, ждем. Сегодня, завтра чай с кофе. Берегу с таксиста, чаик. Это второй завтрак. Делать в поезде, ребят. Если вы сидите в поезде 2 суток и у вас зажимилась голова, что делать? Будем делать уклад, пусть или Белла ходит. Короче, засыпаем в голову. Второй этап. Запитаем. Собрали вот такой вот hairstyle, получился. Зачесывать теперь. У меня башка жирная.
тоже плюс. Остался час. Я не верю. Я на месте. Что, ребят, я переоделась. Полчаса. Погода за окном. Сарай. Что за бред-то? Через 10 минут я приеду. Мои хорошие, выходим. Ребят, я приехала. Ну что, поехали? Приключение номер один. Там лестница. У меня чемодан. И две руки. Ребят, я нашла здесь вот такой вот лифт. Я спустила чемодан. Как вам вот такой поворот событий? Нормально подниматься, смотрите. Блин. Вронг. Плюсики на рельсы. Хороший чемодан, реально. Не залетели колесики. Вот это город. Вау. Ребят, ну что, вы готовы узнать, в каком я городе? Краснодар! Я в Краснодаре, ребят! Краснодар! Ребят, если вы приехали в новый город, скажите плюс вайб. Плюс вайб! Я, конечно, одна, без ребят, но с вами, друзья. Жду такси опять. Найс! Ребята, ну что, я в квартире, погнали обзорчик, рум-турчик. Turn right. Ребята, в общем, я гуляю по Краснодару. Здесь такой вайб классный. Это реально кайф. Иду на встречу своей Кристиночке, дорогой, любимой. Вот она, моя любовь. Чё так похудела? В новом городе новые чувства. Добрый три. Если вам 1 сентября снова в школу, скажите плюс вайб. Плюс вайб! На этом влог я заканчиваю. Хочу пожелать вам кайфовать, радоваться, наслаждаться жизнью. Пишите, как вам влог, надо ли еще такое подобное устраивать. Всех люблю, обнимаю, целую. До новых встреч. Пока-пока!